Где бы танго ни родилось, в портовых кварталах Буэнос-Айреса, борделях или на улицах Парижа, со временем оно создало свою культуру, не имеющую отношения ни к национальности, ни к эпохе, ни к конкретной стране. Оно соединяет людей по другим признакам. И, как говорят аргентинцы, не ты выбираешь танго, а танго выбирает тебя. Александр Пухов, Наталья Гаврилова.